Забайкальские дороги сами по себе – целая система дорожных испытаний, а потому приходится автолюбителям тратить внушительную часть семейного бюджета то на ремонт кузова, то на починку мотора. Тут еще специалисты так не вовремя прогнозируют рост цен на запчасти от 5 до 10%. Возиться со старой машиной или разоряться на новую? Зачастую оба решения выглядят как поворот не туда. Именно в этот момент забайкальским автовладельцам специалисты делают по-летнему горячее предложение. Уже с 15 мая они ищут, кому бы отдать этот автомобиль. Наступило лето, время отпусков и путешествий. Многие автолюбители отправятся по нашему Забайкальскому краю. Мы приглашаем их на наш АЗС, где можно заправиться автобензином, дизельным топливом, приобрести смазочные материалы. Заправляйся на АЗС «Нефтемаркет» до 25 сентября и забери себе автомобиль «Renault Logan» или 10 тысяч литров бензина, а также другие ценные призы от «Нефтемаркета» и партнеров акции. Наталья Аршинская, Валерий Широков, Дмитрий Козлов, ЗапТВ.